ой, вьюга, не видать, понимаешь, ни хрена за четыре за шага. Что вы говорите, Борис Николаевич? Да на улице темень, говорю, глазкали. Вернуться, не вернуться, может, сгинули уже. И главное, непонятно, чья власть сегодня. А какие флаги с утра висели? А черт их разберет, каждый день новый. Вроде какой-то черный сапог на синем фоне. Жириновцы. А флаг с черным лебедем чей? Лебедя, что ли? С черным? Нет, это брат его из Хакасии прискакал. У настоящего лебедя на знамени белый лебедь с красным носом. Они объединяться хотят, братья. Когда объединятся, у них будет одно знамя. Двуглавый лебедь. А, да, кстати, я тут вчера на углу сорвал один флаг на портянке. Не знаешь, чей? А, зеленый. Может, мусульмане? Полумесяц вроде. Да нет. Аграрники колхозного толка. Это серп с яйцами. Зеленый фон символизирует траву. Яйца – курицу. А серп? А серпом это они нам угрожают. Поэтому яиц на знамени два. Так, живыми не дадимся. Чем топим? Да книжкой своей. История приватизации России. Хорошо, тираж успели отпечатать, я его купил весь. Чтоб не говорили, будто спросом не пользуется. Где же они ходят? Ведь третий день не жрамши. Никого, ни тех, ни других нет. Может, случилось что? Это наш последний шанс. Если он не даст покушать, то уж не знаю, что и делать. Так почем ты знаешь, что его здесь можно найти? А у меня большие связи в деловом мире, среди деловых. Я знаю, что отсюда есть ход в московские подземелья. Так а че он под землю-то ушел? Чтоб тепло зря на воздух не уходило. Хозяйственный. Кто там? 100 грамм. Шутка. Это мы, Юрий Михайлович. Как поживаете, Юрий Михайлович? Спасибо, хорошо. Живем от подземелья. Это теперь самое безопасное место. Продолжаем строительство манежа вглубь. А у вас там наверху какие новости? Говорят, в Мытищах английский экспедиционный корпус высадился. Да? Нет ли у вас, ну, как бы это помягче, не найдется ли у вас покушать немножко для правительства России, а? Оголодали дюжи, в подвале холодно, милостыню никто не подает, все побить норовят. В изгнании мы. Может, одолжите парочку? Вернем с процентами. Сами не емши сидим. Тяжелые времена. Дичь уже не та пошла. Измельчал нынче пасюк. Неужели не дадите? От вашего правительства, так сказать, нашему правительству, а? Ну, все-таки Москва – это огромный мегаполис. У нашего правительства свои интересы. А вы нас и так всегда грабили. К тому же я сейчас подумываю о присоединении к Москве Севастополя. Мы им замороженные тушки на собачьих упряжках посылаем в помощь. Но, может быть, хоть пару тушек? До вторника. Не могу. Не могу. У самого север по лавкам. Депутаты в 7-м коллекторе сидят, как птенцы малые, есть просьба. Самые лучшие куски им, троглодитам. Ничего не попишешь. Демократия. Ну, до свидания, до свиданца. И по улицам ходите осторожнее. Я слышал, атаман Зюганов за голову Бориса Николаевича большую премию назначил. Полпуд крупы. Все зло от коммунистов. Кто-то подошел, совсем понятно. Он и подошел. Хитрый. Михаил Сергеевич, не бойтесь, открывайте, это мы, из правительства. А, это вы, а я и не боюсь. Питающим Бог послал, из-за границы поддерживают. Они Горбачева уважают очень,
каждый день сбрасывает на парашют что-нибудь свеженькое. Там знает Горбачев, человек неприхотливый. А вот Раиса Максимовна понижение уровня жизни может не выдержать. Знаете, мне неоднократно предлагали уехать, но я не могу покинуть страну. Знаете, я должен самим своим присутствием поддерживать сограждан. Убежден, время Горбачева еще придет. Михаил Сергеевич, тут такое щекотливое дело. А не могли бы вы поделиться с нами продуктами питания? Ненадолго. 3 дня не жрамши. Теннисную ракетку уже поднять не могу, чтобы крысу подшибить, совершенно понятно. Да. Я понимаю, да. Всем сейчас тяжело поднимать. Я бы дал, конечно, но вы же понимаете, это не мои продукты. Да. Дареное не дарит, как говорится. Это просто неприлично, я считаю. Это непорядочно будет. Так, да к тому же и вы мне не очень-то помогали. Между прочим, да? Здание для фонда и то лишили. Господи, до здания доберите любое, боже мой. Горбачев гордый, знаете, теперь не надо. Дорога ложка к обеду, а икра к бутерброду, как говорится. В общем, заходите, у всех дара. Передавайте там приветы всем. Борису Николаевичу, в частности, да? Ой, не надо. А за Бориса вашего, Николаевича, атаман Зюганов, говорят, большую премию назначил. Кило хвасоли. Все. Ну где они? Я этому кудряву никогда не доверял. Нет, не доверял. Небось, надавили продуктов питания. И драпают сейчас к канадской границе. Да, с едой-то и за рубежом неплохо. Стоим тут на открытом пространстве, как прыщи на заднице. А не дай бог, зюгановцы налетят. Говорят, Куликову так и взяли. Вышел на улицу оправиться. И примерз струей к водосточной трубе. И ни туда, ни сюда. Скуратов увидел, побежал в подвал за Лондон. Да не успел. Мимо как раз разъезд батьки Якубовского проезжал. Так и пропал ни за что, ни про что. Куличок. Кошмар. Ой, кошмар. Якубовский пленных не берет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Теряем лучших людей. Теряем. А, вот и они, беглецы до канадской границы. Ну что, добыли что-нибудь? Ой, массу впечатлений. Такое ощущение, что весь город жрет от пуза, одни мы загибаемся. Ладно, пошли домой. Хоть отогреемся, кипяточку попьем. Я очень вами недоволен. Если так пойдет и дальше, уволю всех к чертовой матери из подвала. Кроме Чубайса. Его я не отдам, пока книжка не закончится. Ситуация плачевная. Поэтому кого-нибудь следует, конечно, примерно наказать. Кто-то должен пожертвовать собой ради спасения нас всех. Или мы им должны пожертвовать. А что вы имеете в виду? Да ясно, что сожрать кого-то надо. Я этого не говорил, но вообще-то мысль интересная. А может лучше выговор с занесением? Пора выговоров прошла. Сейчас нужны более жесткие меры, понимаешь? А почему я? Вообще-то про тебя я не говорил, но раз ты сам назвался... Ой, я не вызывался. Я хочу работать. Поработал. Пора отдохнуть. Нет. У меня заслуги. У всех заслуги. Я Чечню урегулировал. Чечня была трагической ошибкой. А я уже давно не член правительства. А мы тебя только что опять приняли на должность за все отвечающего. И ты не справился. Я у вас поперек горла встану. Особенно у Чубайса. Хоть бы что-нибудь поперек горла встало. Предлагаю рассмотреть другие кандидатуры. Любопытно. Это какие? А, хоть бы и вашу. Я пожилой человек, жесткий и невкусный. А я худой. А вот за это мы на вас как раз не в претензии. Я, например, всегда воблу любил. Между прочим, за некоторых дают кило фасоли и полкило крупы. За кого это? За вас, Борис Николаевич. Атаман Зюганов премию назначил. Так. Ты, значит, уже
к Зюганову переметнулся. Нет. Я только хотел сказать, что растительная пища полезнее для здоровья. Вот так. Тебя вообще есть никто не заставляет. Хватит уже разговоры разговаривать. Кушать очень хочется. Кто-нибудь умеет разделывать туши? Ты понимаешь, извини, конечно, как предпочитаешь, чтоб мы тебя осварили или зажарили?